Здравствуйте, дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube «Голова Садовая». Вы знаете, что-то так холодно сегодня, я задубела. Я сегодня по погоде слышала, что 18 апреля в 1984 году было минус 15. Но сегодня точно не плюс, прям вот холодно. Но речь сегодня не об этом. А работать-то все равно надо, куда деваться. И я хочу сегодня рассказать о красоте садовой. Вы знаете, на тех участках, где есть канализационные системы проложенные, да, ну, подводка воды, чего угодно, есть обязательно вот этот вот там, ну, такое в земле люк. Нет, это неправильно я сказала. Колодец, который сверху закрывается люком. Обычно это у нас, как там написано, на этих чугунках, которые не поднимешь. Ну, это правильно, чтобы никто и не поднимал, и не дай бог упал туда. Но сверху этого люка хотелось бы видеть что-нибудь приличное. И я хочу сегодня вам это показать. Посмотрите, пожалуйста, какой замечательный пенек. Прям вот ну, настоящий пенек. Причем на нем можно посидеть. Совершенно легко. Он очень прочный. И я хочу показать, как сделан этот пенек. Это крышка для вот этого колодца, канализационного, либо водяного, разницы нет. Либо это горловина колодца, где вода чистая находится. Он сделан из полимерного материала, очень прочного. Никакие атмосферные воздействия на него просто не действуют. Но прикрыть, допустим, некрасивое место вот таким образом... Да знаете, честно сказать, если поставить они, эти пеньки, они есть разного размера, можно сделать целую композицию. На них можно поставить и кашпо с цветами, и горшки с цветами. Ну, правда, правда здорово. Я, конечно, ну, не приверженец там, чтобы все было из полимера, но, тем не менее, вот это решение мне очень нравится. Кстати сказать, есть очень красивые композиции, где есть и гномики на них, есть там и животные какие-то, и это скульптурное изображение. То есть это те малые формы на наших дачах, которые глаз-то радуют. И сказать по совести, конечно, приятнее видеть вот такой пенечек, или тут какую-нибудь там девочку с корзиночкой, или мальчика там с дудочкой. Ну, детям всегда это очень интересно. А то, что туда нельзя залезать, там будет лежать хорошая такая крышечка, которая не поднимет даже я. Лидером продаж является крышка люка «Крот-сантехник», который заслужил статус суперхита на протяжении длительного времени. Крот уже стал символом и оберегом любого сада. Крышка люка «Два бобра» вызывает улыбку и восхищение всей семьи. Эти милые бобрята словно прибежали к вам погостить и понежиться на травке. Они особенно актуальны, если вы живете рядом с озером или на участке, где есть водоем. Атмосферу сказки в саду помогает создать крышка люка «Дом гномов», который тоже является лидером продаж. Такое изделие смотрится очень мило и романтично. Если вы хотите иметь такую продукцию, она очень разнообразна, то по ссылочке перейдите на сайт, а ссылка находится в описании этого видео.